почему владыка висельников? Это прозвище – скромное свидетельство того, насколько у Одина пытливый ум. Он как-то был мертв 9 дней, повесился на ветке Игдрасиля, проколол себе бок собственным копьем и истек кровью в колодец судьбы. Он бродил по царству мертвых и выпытывал у мирового древа его тайны, пока не достал древа настолько, что был послан обратно в мир живых. Говорю же, чокнутый. Яблочко от яблони. Thank you.
Узнаем, на что это обменять? Come on.
вещи. Круто! Я не могу прочитать. Thank you.
Я готов к работе. Приходите, как еще чего надыбаете. Судьба штука хитрая, и Одину хватает самомнения пытаться ее использовать. Судьба – очередная выдумка богов. Нет ничего такого, что нельзя переписать. Вот тут, брат, вы с Всеотцом сходитесь. Даже если ему не удастся предотвратить Рагнарёк, он надеется узнать столько, чтобы изменить исход битвы. Напомни рассказать о волках. Жар очень полезен в моей работе. Размягчает даже само пространство. Волшебные двери, которые ты так любишь. Тут они переходят одна в другую, их и толкать не надо. Разбуди парочку и сам увидишь. Путешествовать по Муспелю — плевое дело. Ну, если только тебя не поджарят. Другое дело. Я же всегда рад помочь. Все равно пора сделать перерыв.
За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Вот опять! Что она там? Да ее нет! Как это? Ты уже знаешь сказку о Сколле и Хате, несущих день и ночь? А, да, волки-великаны. Да! Давай я тебе попозже расскажу.